Всем привет из Алании, 11 марта, время почти час дня, мы находимся возле Красной башни на замечательной смотровой площадочке, ветер дует, надеюсь, меня слышно. Рассказываю вам, люди, о погоде, сейчас по ощущениям градуса 24, не больше, потому что нет солнца, но солнце было, оно местами то есть, то нет. Ходил я, было довольно комфортно в футболке до обеда, скажем так, потом вот подул такой легкий свежий ветерочек и солнце ушло. И вот смотрите, гор даже не видно практически, вот горы все они в тучах, в тумане. И дождь таки будет, если не в 2 часа, а то часов 5-6 вечера, дождь сегодня обязательно будет. Погода в среднем, ну я уже сказал, в море 18 в среднем. Около 18-18, а температура воздуха, вот если будет дождь, то жарко сегодня точно не будет, и ни 27, ни 28 не будет. Сейчас вот 23-24 по ощущениям. Здесь Харбор, кафешка, и в прошлой части, ну это видео длинное, выйдет завтра с прогулкой, как я сюда пришел в это место, с Джума Базары, от Де-Факто, мимо Вайкики, эти видео будут скорее всего завтра. Хотя первое, может быть, сегодня ночью выйдет. И ребята из Харбор показали мне название рыбок, морепродуктов. Мы подошли к витрине, они дружелюбные, показали все, короче, чем они могут накормить, какими морепродуктами. Так что обязательно посмотрите мою прогулочку здесь, не пропустите. Но это видео было чисто о погоде. Спасибо за ваши лайки, надеюсь, меня было слышно. Ходят люди, вон, по крепости, туристы, скорее всего. Дует ветерочек и может пойти скоро дождик. Привет всем, кто на Альплер 1 катался, плавал, нет, ходил в море. Спасибо вам, друзья, за лайки. Без солнца здесь немножко прохладненько сейчас. А воздух капитальный, морской такой, свежесть морская, такой потрясающий воздух. Хочется дышать полной грудью, наслаждаться. Все, спасибо за лайки, увидимся. 11 марта, Алания.